сейчас это у нас подготовка, это у нас реквизит. Стихи Татьяны Комаровой. Семеро гномов. Хлопьями валит снег за окном. Семеро гномов сидят за столом, словно пылают в камине дрова. Тихую музыку слышно едва, ласковым пламенем свеч горит. Старший из гномов кричит, говорит: на Рождество я хочу попросить дверцу о мудрости мне приоткрыть. Гномы старуют по праздник красоты. Видишь, какие у гнома мечты. Чтоб тысячу лет был бы готов для них вкусный обед. Пятый хотел быть здоровым всегда, а остальное, мол, все ерунда. Самый ленивый просьбу проспал, даже не слышал, как начался бал. А я весельчак ничего не просил, ох, ему радость и так подарил. Будет ходить гномиком. А Татьяна Комарова тоже у нас была один раз, да? Она вот шаг на клубе, да, очень? Вот она я нас... не думала. А вот папа была тоже Комарова написала, да? Это мы уже придумали.